На теме фашизма сейчас спекулируют все, кому не лень, тем самым обесценивая великий подвиг наших предков. Сегодня 10 апреля 2019 года, 10 часов утра. К этому времени, ровно 75 лет назад, Одесса стала полностью свободной от немецко-румынских фашистских войск. Наш долг – сохранить этот мир и память об освободителях. И невзирая на политическую атмосферу и постоянное переосмысление истории, внутри каждого одессита всегда будет гореть маленький, но безмерно теплый огонек победителей. Тот самый, что озарял глаза фронтовиков в окопах. Тот самый, что горит сейчас здесь, возле памятника неизвестному матросу. С праздником, дорогие одесситы, и пусть еще долгие годы не угасает чувство гордости за нашу победу.